отметить Масленицу и не прогореть. Блинная неделя подходит к концу. По традиции, в крайний ее день принято сжигать чучело. Чтобы веселые гуляния не закончились трагедией, важно знать и соблюдать меры безопасности. Прежде всего, место сжигания должно находиться на расстоянии не менее 50 метров от зданий и сооружений. В радиусе 15 метров от чучела не должны находиться посторонние люди. Организаторы мероприятия должны позаботиться о наличии первичных средств пожаротушения, огнетушителей, емкости с водой и песком. Поджигать чучело необходимо с подветренной стороны, с помощью факела. Запрещается использовать для розжига чучело легковоспламеняющиеся жидкости. Для окончания мероприятия необходимо убедиться в отсутствии горючих и тлеющих остатков чучела. При сильном ветре рекомендуется отменить использование открытого огня.